Слово предоставляется министру финансов Республики Башкортостан Сукангуловой Риде Тагировне. Уважаемый Олег Анатольевич, уважаемый Борис Владимирович, уважаемые участники совещания, разрешите приветствовать вас от имени главы Республики Башкортостан на вашем итоговом совещании и как совещание, очередном заседании Совета городского округа. И на первом заседании Совета, это всегда и в ваших организациях, в наших организациях тоже принято, конечно, анализировать итоги. И эти итоги важны тем, что мы должны определить перспективы нашего дальнейшего развития и экономики, и социальной сферы. Что вы сегодня было продемонстрировано, Борис Владимирович, на самом деле итоги хорошие. Итоги, в принципе, в целом нашей республики, итоги развития за 2016 год, они неплохие по всем основным показателям. Наши показатели еще будут в целом по республике чуть попозже, но все равно мы можем сегодня сказать, что мы и по инвестициям в основной капитал, и также по индексу промышленного производства шли в 2016 году чуть выше, чем в Российской Федерации. Но у нас тоже есть показатели, которые мы не достигли в целом по республике, оно и в целом и по Кумертау, оно точно так же. Основное ухудшение показателей – это демографические показатели у нас в этом году. У нас в целом по республике естественной убыли нет, то есть это разница между смертью и рожденных, а в целом по Кумертау есть даже естественная убыль. Это главой республики эта ситуация была анализирована, в целом по республике эта ситуация была анализирована. И, конечно, будут применяться какие-то меры определенные, если работать будет специальная рабочая группа. У нас родилось где-то 55 тысяч детей в целом по республике. Конечно, планы у нас были 57 и больше даже 57 тысяч детей, а в лучшие годы у нас рождалось более 60 тысяч детей в год. Этот показатель, конечно, он отражает в какой-то степени и экономику, и социальную сферу, но основной, конечно, люди рожать будут, если есть где жить, если работа есть, люди рожают. Если таких именно экономических показателей не совсем достаточно, конечно, это может быть и такой показатель. Но это не совсем, не все так просто, потому что на самом деле женщин такого возраста, где-то рождения у нас, как раз мы оказались сейчас в яме, но несмотря на это, вы уже слышали, что главой республики принято решение о стимулировании этого демографического процесса и о выделении определенных сумм денег. Сегодня мы над этим работаем, какой перечень категории этих людей должен быть, и сколько их, и каких должно быть, он уже сказал. Это, конечно, будет связано в основном с обеспечением жильем. Помощь в обеспечении этим людям, которые родили своих детей в этом году, первых детей, будут определенные льготы по вопросу жилья, по списанию их кредита или несколько вот таких направлений. Мы сейчас сегодня это разрабатываем. В целом по республике показатели тоже исполнения бюджета были очень хорошими. Вы уже это слышали, наверное, что за последние 8 лет мы впервые закончили исполнение бюджета с профицитом 12 миллиардов рублей. На самом деле за последние 8 лет бюджет мы каждый раз исполняли с дефицитом, мы занимали. Вот последние годы, вот хоть у нас долг небольшой, но для того, чтобы выполнить все свои обязательства, мы занимали. Поэтому на следующие годы мы такие большие займы не предполагаем в дальнейшем. И, конечно, будем работать в основном над эффективностью, над большой эффективностью бюджетных денег. И чтобы каждый вложенный рубль мы будем финансировать только в том случае, если понимаем, какой эффект он имеет социально или экономически. И в связи с этим также в этом году уже с 2017 года Минфин России, вообще Российские Федерации, тоже ужесточает свои подходы. Вы знаете, что мы получаем определенное финансирование тоже из федерального бюджета, как и город Кумертау получает от нас. И получение этих средств ужесточен в каком смысле? У нас уже заключено соглашение, подписывает его глава республики, и где определено, что наши сумма финансирования, которую мы получаем из Российской Федерации, он нас профинансирует, но при определенных условиях. Условия какие? Это не снижение или увеличение поступления доходов в бюджет,
увеличение инвестиций в основной капитал, увеличение субъектов малого предпринимательства и снижение безработицы. То есть все основные показатели, только при достижении этих показателей эти субсидии будут 100% выделены, при условии недостижения они будут сокращены. То есть схемы это в целом по Российской Федерации 100%. Мы, конечно, такие контрибуции в отношении пока администрации не применяли в 2017 году, но, скорее всего, мы тоже начнем. Поэтому к этому готовиться надо. Мы тоже так же, такие же подходы, скорее всего, будем применять и к муниципалитетам. На самом деле это довольно жесткий подход, и он потребует определенных, ну не то что определенных, больших усилий, чтобы не снижать тех темпов, которые все-таки у нас в целом по республике есть. Кроме того, в целях обеспечения сбалансированного бюджета и также увеличения налоговых поступлений мы решили, хотя республику мы оценены как по налоговой политике независимой организации, оценены как лучшая республика считается. Мы находимся на 4-м месте в целом по Российской Федерации. Именно по определению налоговой политики как Министерство финансов эту оценку делал Институт экономический факультет МГУ Москвы. И мы изучили опыт города Москвы, там работали определенные эксперты, которые сегодня начали работать и в нашем субъекте. Их уже более 7 человек. И мы в целом по республике будем оценивать все налоговое законодательство, налоговое администрирование, оценки земель, оценка имущества, кадастровая оценка земель, оценка имущества и доход, который мы получаем от этого имущества. После этого мы взяли где-то 14 субъектов вместе с нами, муниципалитетов вместе с нами работать будут. И после полугода работы, скорее всего, мы будем давать рекомендации всем муниципалитетам именно по совершенствованию налогового администрирования и по совершенствованию налогового законодательства и льгот. Льгот, который у нас в республике есть, который есть и в муниципалитетах, стимулируют они экономику или не стимулируют, и какие изменения для того, чтобы она стимулировала, должны быть применены. Кроме того, вы уже сегодня слышали о том, что проводится работа по развитию негосударственной сферы услуг в обеспечении муниципальных учреждений услугами по сопровождению основной деятельности. Создана рабочая группа в целом республике, эту рабочую группу возглавляю я, и мы работаем над созданием именно сферы услуг в социальной сфере, которые будут оказываться некоммерческими структурами. Это сфера услуг, вспомогательная услуга, потому что каждое бюджетное учреждение, оно создано органами власти в целях предоставления основной услуги, это вот услуга образования или услуга здравоохранения, и каждый из них имеет сопутствующие услуги, вспомогательные услуги, которые оказываются в этих учреждениях тоже штатной численностью. Сегодня принято решение о том, что в целях создания именно рынка социальных услуг или услуг, эти услуги могут оказываться различными структурами в виде ИОО и в виде индивидуальных предпринимателей эта услуга может быть оказана. Эти такие сферы, как клиринговые, это услуга уборки, услуга помещения, транспортное обслуживание, питание. Мы сегодня создали тоже несколько рабочих групп. Именно по определению, мы работаем в основном по определению схемы, именно правильной схемы создания некоммерческих структур, которые должны обеспечивать определенным требованиям, потому что услуга питания, тем более в детских садах и в школах, это мероприятие очень ответственное, где должны быть соблюдены очень много всяких норм и нормативов, именно и натуральных норм питания, и стоимостных норм питания, и определенных меню для детей. И также они должны быть, она должна быть направлена именно на улучшение качества услуги, которая сегодня оказывается. Такая схема, в принципе, почти разработана, работает тоже наш Госкомитет по торговле. Разработаны также 10-дневные меню, разработано соблюдение всех норм и нормативов, и кроме того, мы будем представить вам схемы, как осуществить
эту деятельность. В принципе, такая деятельность не новая для нашей республики. Мы работаем с 2010 года, есть муниципалитеты, которые эти услуги уже вывели, и город Уфа также вывел, многие города. Это немножко недоработано в муниципалитетах. Работают тоже органы Башпотребсоюза с нами вместе, работают несколько учреждений комбинатов питания, которые ООшников, которые сегодня эту услугу оказывают, мы консультируемся с ними, и это будет представлено также вашему вниманию. Сегодня также мы работаем при условии, мы понимаем, что там, где в муниципалитетах не будет хватать средств, мы это рассчитаем до норматива, или эти учреждения не смогут обеспечить себе определенную рентабельность, то из республиканского бюджета по какой-то единой методике, которую мы определим, будет оказана финансовая помощь. Также будет оказана финансовая помощь в виде стартапов для субъектов малого предпринимательства, которые захотят работать на рынке этих услуг. Сегодня Госкомитет по предпринимательству тоже свою программу меняет. Будут определенные суммы и определенные направления денег для того, чтобы поддержать такого рода индивидуальных предпринимателей. Точно так же работать будем и по транспорту. Сегодня Башавтотранс провел несколько обследований. Он работал по Уфимскому району Башавтотранс. Именно мы комплексно он обследовал и протестировал все виды автобусов. Их 25, например, по Уфимскому району. Его стоимость, его сегодняшнее состояние, сколько они соответствуют всем тем требованиям, которые сегодня установили. И он нам дал нарекание, у меня лежит, напомню, на 3 страницах именно недостатки. Хотя Уфимский район – это один из передовых наших районов, у него и деньги есть, и возможности есть. Все равно само по себе соответствует всем требованиям по обеспечению сегодня именно транспортом детей, конечно, оставляет желать лучшего. Мы это тоже понимаем. Мы тоже понимаем и тоже в целях улучшения, именно улучшения представления этой услуги. Также будут представлены предложения, и если будет необходимость, мы тоже будем помогать из республиканского бюджета. В первую очередь, конечно, вопрос ремонта этих автобусов. Мы понимаем, что у многих таких автобусов в целом по республике где-то 1400, из них 50% требуют ремонта. Сегодня это уже как бы определено. Если такая необходимость будет, мы тоже после того, как всю эту работу проведем, будем помогать в первых этапах для проведения данной работы. По клиринговой службе, именно по выводу уборщиц, уборкой помещений, в принципе, очень много уже учреждений здравоохранения уже давно уборку помещений вывели в аутсорсинг. Надо сказать, что если вот рассмотреть город Уфы, заработная плата работников клиринговых служб города Уфы составляет приблизительно 40 тысяч рублей в месяц. Мы сегодня уборщиц содержим из бюджета на 7500. Конечно, это достигается за счет интенсивности работы и расширения зоны обслуживания. Это дает им возможность убирать не только в бюджетном учреждении, и в других учреждениях, в принципе. Но этот рынок услуг обязательно нужно создавать, потому что предприимчивых людей очень много сегодня, слава богу. И вот ко мне пришел глава недавно назначенный, и он говорит, у меня больница, убирается клиринговая служба соседнего района. Они, говорят, на автобусах приезжают, убирают мою больницу. И пришел просить у меня помощи, что делать. Я говорю, я вам ничего сделать не смогу, сегодня этот рынок будет создаваться. Кто его раньше создаст, тот и выиграет. Он может и соседние районы убирать. Я говорю, у вас единственный выход, вы создаете себе точно такую же службу, снижаете цену и участвуйте в конкурсе. Другого варианта я вам предложить не могу. Поэтому, конечно, сегодня этого рынка у нас в республике очень мало. Может быть, рынка почти, можно сказать, нет. Поэтому вам придется его самим же создавать, самим же развивать на самом деле. И если вы опоздаете в направлении данной работы, придут убираться и помогать вам соседние республики или даже соседние районы и республики. Поэтому данная работа, в принципе, он ведется во всех субъектах. Но кто раньше начнет, я думаю, тот и будет выигрывать. Такая работа тоже сегодня мы ведем. Все схемы и все принципы работы мы всем районам тоже представим, как это можно сделать. Вот из работы то рабочая комиссия сегодня работает. Кроме того,
Вы также участвовали, мы также развиваем практику участия граждан в бюджетном процессе. Вы тоже участвовали в программе инициативного бюджетирования, вы это тоже слышали, ППМИ мы называем, или по-другому, если там называть по-крутому, партисипаторное бюджетирование называется. Оно развито во всем мире. В принципе, мы последние, наверное, может, и не совсем последние, которые, например, в Америке эта работа продолжается уже в течение 20 лет. Мы работаем в субъектах Российской Федерации в течение 5-6 лет эта работа ведется. Мы начали работать 2 года назад. Ну вот второй год, наверное, вы будете участвовать второй год в целом по всей республике мы эту работу продолжаем. Мы выделили где-то 300 миллионов рублей на все районы. И вы знаете, что вы разрабатываете свои программы с участием населения, участвуют в этой работе, участвуете. Вы в прошлом году тоже вроде хорошо участвовали, у вас получилось. И это делается не для того, что мы выделили 300 миллионов рублей, дополнительно где-то еще 50 миллионов рублей добавилось за счет населения, за счет коммерсантов. Это не сама цель, чтобы, например, чтобы деньги. 50 миллионов мы, конечно, и сами могли бы найти или дать. Принцип, основа и принцип его, конечно, смысл участия граждан именно в государственных муниципальных делах, свои копейки и коммерсантов, консолидация этих участников, и чтобы они были направлены на одну цель, это развитие нашей общественной среды, где мы и коммерсанты мы живем, и бюджетная сфера живет, и население живет, и улучшать его вместе в дальнейшем, оберегать его и контролировать. Потому что на самом деле мы сегодня объекты строим, оставляем за счет бюджетной сферы. Народ заходит на следующий день, испачкают, там порвут, еще что-то. То есть бережного отношения к государственному имуществу, конечно, у нас мало. Его надо воспитывать. Человек, который вложил, если там рубль, он, конечно, его будет контролировать, мы так понимаем, контролировать и в дальнейшем. Есть даже в некоторых областях, вот Ставропольский край показывал, вообще целые общины, деревни именно с помощью государства строят даже или ремонтируют дома общественного присутствия, называется. Они для себя строят такой небольшой домик, где население, дальше они сами его обслуживают, государство оно не передается, это вот содержат сами же эти общины и убирают. И там могут они собираться вечерами, там, не знаю, бабушки вязать, вместе с внуками что-то там внуки играть, провести какие-то поминки, проводить какие-то свадьбы, потому что не все дома позволяют провести такие большие мероприятия. То есть вот такие дома общественного присутствия. Возможен и такой вариант, который тоже объединяет людей и улучшает сам общественный климат. Эту работу мы также будем продолжать, кроме того, мы его расширяем. Пока по городу Уфе, только мы в этом году будем работать по программе «Уфимские дворики» называется, по улучшению дворов города Уфы. На самом деле они требуют вложений довольно больших. В городе Уфе у нас 1500 дворов, и мы предполагаем по частям их ремонтировать с участием населения и коммерции. Вы также слышали сегодня, что Российская Федерация выделила тоже деньги. Это формирование комфортной городской среды называется. Этих денег будет где-то 1 миллиард в целом по республике. И он, конечно, сегодня распределен только по городам, по 20 городам республиканского районного значения, по 20 городам. И мы предполагаем в дальнейшем он будет распространен и на все районы тоже. И эта программа пока рассчитана на 3 года, там и наше участие есть. Ну и, возможно, участие в дальнейшем будет точно так же и, может быть, и коммерсантов, и населения. Также мы работаем над программой повышения финансовой бюджетной грамотности, потому что это на самом деле требование времени. Такая работа во многих странах тоже уже десятилетиями проводится. Этого не было у нас. Вы уже понимаете, что очень много людей, создается очень много финансовых различных пирамид, очень много людей. У нас республика относится к республике довольно закредитованного населения. В основном, конечно, тоже она связана с не совсем правильным финансовым представлением о своем бюджете, о своей грамотности финансовой. И попадают такие
условия и потом просят помощи у государства. Вот финансовую пирамиду, и семья тоже, конечно, попадает в тяжелые условия. Сегодня уже вот по эксперты, которые в этой области выступают и говорят, что человек не должен и не может жить в долгах. Вообще для того, чтобы правильно формировать свои финансы и свою семью, у человека должен быть, наоборот, трехмесячный фонд, финансовый фонд, и сэкономлен должен быть сбережение, трехмесячный фонд обязательно в любой семье, для того, чтобы правильно распланировать свою жизнь на случай разных форс-мажорных обстоятельств, болезней, еще чего-то. И это уже вот для того, чтобы именно подготовить уже наших детей вот именно к такому отношению к своей семье и к своим финансам. Мы попали в пилот по бюджетной грамотности. У нас уже 10 школ в целом по республике обеспечены именно. Мы получили книги, есть определенные книги. Мы также обучили наших преподавателей для того, чтобы они могли обучаться в этих школах. Сегодня таких школ уже 23 в целом по республике, и мы предполагаем, что они будут увеличены. Конечно, это потребует определенных денег. Кроме того, требует обучения именно этих учителей к этой работе. Это мы тоже занимаемся. У меня замы все выступают в этих школах именно по направлению финансовой грамотности и бюджетной грамотности обучать наших детей. За рубежом очень много начинают с садика. Мы вот начали со школ. Вообще очень много есть стран, которые уже в садике дают навыки финансовой и бюджетной грамотности для детей. Откуда берется питание, откуда берется зарплата родителей, откуда, на что покупаются определенные средства. То есть уже детей, конечно, уже с рождения мы должны и обязаны обучать вот к этим навыкам, для того, чтобы мы могли получить грамотное, правильно финансово ориентированное общество, которое будет реализовать вот тот объем программ, который вот Борис Владимирович сегодня перед вами поставил. На самом деле задачи очень большие, и то, что вы стали городом опережающего территориального развития, конечно, это большая заслуга Бориса Владимировича. Надо сказать, что не столько, наверное, органы власти, вот он начал эту работу, надо к его чести сказать, и вы стали таким городом, но это как бы начало пути, это только начало пути. Сейчас уже начинается у вас самый ответственный период, что да, вы такие условия попали, но привлечение инвесторов и развитие города – это задачи еще больше, чего вы вот до сих пор вкладывали. Это там 10% того, что вы могли бы сделать. Конечно, это потребует и от нас определенных усилий, но все равно путь правильный, нацеленность тоже правильная, чтобы весь город нацелить на то, чтобы направление в этом работать. И я считаю, путь будет очень правильный. Я вам желаю больших успехов в реализации всех тех планов, которые вам обозначены. Я думаю, что это вот вашему руководству, всем вам по плечу. Желаю вам успехов. И нам тоже. Спасибо.